Можно ли гордиться нашим городом? А почему нет? В городе действительно все хорошо. И вот мои друзья, звоня из Челябинска, мой брат, звоня из Екатеринбурга, мой одноклассник, опять же, общаясь со мной из славного города Москва, удивляется, почему у нас все нормально. Да все очень просто. Моногород, как Магнитогорск, имеет много преимуществ. Во-первых, мужики здесь закаленные, да и девушки тоже с мозгами. И когда все получили по голове, некоторые подых, некоторые ниже пояса, кто-то сломался. Но Магнитка не сломалась, бизнесмены не сломались. И даже вопреки событиям не самым лицеприятным и приятным, сделали вот такое замечательное дело. Переехали в свое личное помещение, сделали супермаркет. Кто сюда переехал? Да помните, Борсервис Магнит. Мы очень регулярно, скажем так, делали репортажи и регулярно удивлялись. Ну, дешевым запчастям, наличию грамотных специалистов. Да-да, ну там еще много было чего. А вот теперь много было чего на площади 800 квадратных метров здесь. Рядом с пунктом технического осмотра Ленинского района, выезд в сторону озера Соленое. Ну, давайте возрадуемся. Реально, возрадуемся тому, что у людей теперь есть все свое. Теперь не надо платить аренду, не надо включать ее в стоимость товара. Вообще не надо ничего делать, надо просто наслаждаться. Постоянные клиенты и раньше-то наслаждались коротким сроком поставки запчастей, опытом работы по америкосам, запчастям в наличии, кстати. И теперь еще необходимо понять, что на 150 тысяч магнитогорских автомобилей нам еще крайне недостаточно тех удобных комплексов, которые мы теперь пиарим. Комплекса такого рода, логично сочетающего не только возможность экспресс-замены расходников, но и мелкосрочного ремонта и доставки запчастей на любую иномарку, рассекающую по городу, в правобережном районе Магнитогорска просто не существует. Что скажете, далеко и транспорта нет? Есть и транспорт рядом. И скоро сады превратятся в элитные коттеджи, в которых комфортнее, уютнее и зеленее, чем где-либо в городе. А сейчас здесь можно, в то время, пока вам меняются масла, фильтра, свечи и колодки, приобрести также нужные мелочи, как то полироли, аксессуары, карты, наконец. Ну а если ремонт подзатянулся, замена шаровых, рычагов и наконечников с опорными, провести время в банном комплексе, расположенном в 30 метрах. Конечно, с трудом, но до нас доходит, что руки на дилерском центре. От ваших рук, разбортовывающих колесо, меняющих масло и свечи, устанавливающих зазор в прерывателе на копейке, шохе или москвиче, не отличаются ничем. Конечно, умея зарабатывать этими руками и мозгами машину за миллион и более, мне лично обидно быть привязанным к дилерскому центру, в котором работают не специалисты. Специалисты сейчас в цене. Да и о цене, и о ценах. С недавних пор и благодаря нам, естественно, вы узнали, что техническое обслуживание по заводскому регламенту стоит в отдельных случаях в 10 раз дешевле, чем это стоит в дилерском центре. Открутить, ну, максимум 25 болтов абсолютно несложно. А процедура приготовления яичницы не сложнее замены масла. И в битву за количество клиентов и надеясь на благосклонное и благодарное дальнейшее сотрудничество вступает автомастер. Причем здесь вам привезут и диск сцепления, и суппорта, и стойки, и ремни ГРМ, и свечи, и рычаги, и наконечники. И, кстати, в некоторых случаях везти-то ничего и не надо. Многое есть на складе и в наличии. Здесь вообще надо понимать, что визит в гараж, то есть сервисный центр для американцев, европейцев, турок, индийцев и египтян, это то же самое, что и заезд в супермаркет. Это и у нас сейчас не событие, наносящее непоправимый урон месячному семейному бюджету. Особенно это актуально, когда в правобережной части Магнитогорска, а точнее на выезде из Ленинского района в сторону озера Соленое, появился автомастер. Отсутствие аренды, оно позволяет изменить стратегию бизнеса в целом. То есть сейчас мы ориентированы на то, чтобы предоставить клиенту максимум услуг, вот, чтобы людям было здесь комфортно, и все это за умеренные деньги. То есть могу привести пример снижения цены, вот как отсутствие аренды позволило нам снизить цену, например, на масло Кастрол. Если зимой оно стоило 4-литровая канистра синтетики 5W40 1790, то сейчас мы продаем это же масло по цене 1295 и еще и с бесплатной заменой. Я вот люблю устраивать презентации. Сегодня презентация, хотя фирма «Автомастер» в презентациях, по сути, конечно, не нуждается, 15-летний опыт работы, но... Теперь этот 15-летний опыт работы, умноженный многократно и поделенный на отсутствие арендной платы, на те вещи, которые сейчас необходимы для автомобилистов, ну, включая расположение такое очень удобное, с
Согласитесь, в центр города вести машину смысла нет. А вот здесь, кстати, рядышком русские баньки. Если грамотно спланировать и не довести свой автомобиль до кардинальной замены, там, ну, допустим, фрикционов в коробке автомата, просто регулярно менять это масло, то вот вы можете машину здесь ставить, через два часика выйти, попарившись из русских бань на малиновой, вот, забрать свою чистую машинку, проехать сразу же здесь, пройти ТО на пункте технического обслуживания Ленинского района, и счастливыми, и довольными, чистыми, не сильно обремененными большими финансовыми затратами уехать домой.